сегодня предложил собраться, зная проблему, да, у вас опять она нерешенная, как всегда, с предпринимателями, наша большая действительно феодосийская, и она опять назревает, митинги нам не позволяют провести, нам не позволяют ничего, проблема ни одна не решается, ни главой администрации, ни кем. Сейчас к нам, пользуясь возможностью, приехал депутат Государственного совета Крыма от фракции КПРФ, председатель, получается, комитета по социальной политике, да, ветеранов. Пользуюсь возможностью, хотелось бы, чтобы выслушал. И вот есть второй депутат Госсовета, тоже Доченко Илья Григорьевич. Чтобы выслушали проблему и при возможности озвучили это и в Госсовете по нашему поручению, и помогли в решении, чтобы наконец-то власти Крыма нас услышали, может быть, уже не только заявив это на более высоком уровне. Давайте сейчас кто-то от вас выступит, да, скажет о проблеме, озвучив, какая есть сегодняшняя, в чем необходима помощь, да, и в дальнейшем передадим обращение Сергею Васильевичу для дальнейшего уже в работе, да, использования. Мы просто сегодня приехали прямо перед вами, встречались с ветеранской организацией, именно как председатель комитета по соцполитике, встречались с ветеранами. Пока встречались, вот наши коллеги-депутаты сказали, да, что у вас есть проблемы. Но раз уже здесь, давайте и вас выслушаем, и будем попробовать что-то толкать, изгонять, помогать. Поэтому скажите вкратце, да. Я постараюсь очень быстро. Проблема эта тянется с 2014 года. Значит, вкратце ситуация такая. Большинство здесь находящихся людей являются владельцами торговых точек, которые не попадают ни под определение НТО, ни под определение стационарное. Под определение НТО мы не попадаем, потому что наши помещения плотно связаны с земельными участками, подключены все коммуникации, то есть нас невозможно перенести, просто вот взять и перенести куда-то, да? Как, допустим, НТО 100%. У всех были договора аренды. У кого-то они до сих пор действующие, украинские, долгосрочные, так называемые. Они там для некоторых до 40-го, до 50-го года. У некоторых эти договора еще действуют, но сроки их уже подходят к концу. У некоторых договора аренды украинские уже закончились. Но со стороны администрации не было никаких документов о расторжении в одностороннем порядке. То есть эти договора фактически считаются пролонгированными на неопределенный срок в связи с тем, что никто не заявил о том, что расторгают в одностороннем порядке. Наша администрация на протяжении всех этих лет, 6 уже лет, значит, пытается людей, которые имеют вот такие вот торговые помещения, договора аренды, перевести на договора на размещение. Но здесь в чем загвоздка? Наверное, мы уже все перешли на эти договора на размещение. Но, во-первых, в самом тексте договоров на размещение 9 пунктов одностороннего расторжения, что, как бы, ну, понятное дело, никого не устраивает. Кроме того, вот мы бились, у нас была создана до коронавируса рабочая группа, мы пытались выяснить, что будет с оплатой аренды за землю, да, и получается так, что люди, которые владеют договорами аренды и, собственно говоря, земельными участками, они будут платить 10 раз меньше, чем те, кто будет заключать договора на размещение. Оплатить такую стоимость за землю у нас нет никакой возможности, потому что люди уже до такой степени обнищали, так уже ободрали, ну давайте называть вещи своими именами, просто нас ободрали, у нас нет ни выручек, ничего, город в упадке страшнейшем, люди отсюда отдыхающие убегают, приезжают, проездом проносятся дальше, потому что у нас везде грязь, вонь, извините, какашки плавают и все остальное, что с этим связано. Поэтому, как предприниматель, я хочу сказать, что выручек у нас практически нет, мы выживаем. Задавала я вопрос господину Бахтуненко, что дальше, как дальше он видит вообще эту ситуацию. Вот мы сейчас соглашаемся, нас всех выводят на аукцион, который мы не потянем 100%, то есть это нереально. Вот. И у нас получается по городу огромное количество безработных. Предприниматели плюс их работники, плюс обслуживающие, ну, бухгалтера, доставка и все остальное, что отсюда вытекает. То есть все эти люди на улице, работы нет.
То есть альтернативу нам не предложили. Но нам предлагают заключить какой-то эфемерный договор на размещение. А сколько у вас всего предпринимателей? Около 600. Ну, это так вот, которые входят в город. То есть слушай, что это не один какой-то, да? Нет. Здесь собирали огромный зал, он был полон, даже мест не хватает, но вверху, который большой зал. Я просто объясню. Дело в том, что так вышло исторически, что вот такие помещения были, ну, скажем так, оправданы, потому что мы маленькие, город у нас маленький, у нас практически нету стационарных помещений, таких, которые бы отвечали требованиям, да, по нашему бизнесу, и недвижимости нету. То, что вновь создается... А чем вообще торгуете? Вообще все... Все разные. Начинают... И продукты питания, и сувенирка, все-все-все. Продукты питания, алкоголь, сувенирка, вещи, общепит, то есть направленности, стройматериалы. У нас есть НДО, которое 700 квадратных метров, которое вроде как и не НДО, но его признать стационарным нет никакой возможности, потому что нет документов, нет фундамента. Тогда это было, вот при Украине это было оправдано, потому что город маленький, и такие помещения, они были удобны, то есть они не затрагивают, собственно говоря, там никакие коммуникации, ничего, то есть удобно было. И в принципе не было разницы. НТО, стационар, люди торговали всем. Сейчас у нас попали, допустим, те предприниматели, которые торгуют алкоголем, и владельцы НТО, они, ну, то есть они реально пострадали очень сильно. Это там очень такие жесткие условия для них созданы. То есть мы просто выживаем. Все остальные точно так же. Оно же все это круговорот денег, понимаете? То есть если у кого-то плохо, то, соответственно, эта цепочка тянет и всех остальных за собой. Поэтому мы создали рабочую группу. Мы пытались договориться о том, чтобы видоизменить, раз принято республикой такое положение, что нельзя заключать с такими торговыми точками договора аренды, а только договора на размещение. Мы, значит, просили о том, чтобы пересмотреть, собственно говоря, сам проект этого договора, потому что там очень много пунктов одностороннего расторжения. Плюс мы просили пересмотреть оплату и подвести ее к оплате аренды за землю, как платят те, кто владеет договорами аренды. Но это как бы не противоречит законодательству, это все возможно. Но как только доходит до нашей администрации, все, тупик, мы упираемся в стену, дальше не двигаемся. Вот, вот лично я этим вопросом занимаюсь 6 лет уже. И тупик. Предлагали разные варианты. Предлагали признать нас стационарными, предлагали внести поправки. Понимаете, как мы написали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, описали наше торговое помещение, и они, значит, прислали методические рекомендации. Вот в этих методических рекомендациях есть четкое определение НТО, стационарные и такие, как у нас, помещения. И там написано в них, что заключение договоров аренды с такими помещениями, которые не являются стационарными, но они капитальные, плотно связаны с земельным участком, их невозможно перенести без полного разрушения, заключение договоров аренды – предпочтительный вариант. На что нам сказали методические рекомендации – это не есть закон. Потому что в законе о торговле нет определения, которое бы подходило под ваши торговые точки. Почему это? Нету. Есть НТО, есть стационар. Все. То есть мы ни туда, ни туда. И вот мы стали, мы уперлись, и дальше никакого движения не происходит. Заключать договора на размещение у нас были предприниматели, которые, да, пошли, заключили, отказались от договоров аренды. Причем, когда мы идем заключать договор на размещение, нам предлагают заявление, в котором мы должны добровольно отказаться от своих украинских договоров аренды. Что является нарушением закона? Те, кто отказался, получили договора на размещение на 7 лет, как там написано, через год им приводят письма о том, что с ними расторгают договора эти на размещение. За что, почему, как, непонятно. Остальные все, глядя на это, естественно, говорят, нет, мы не будем заключать такие договоры аренды на размещение, потому что и завтра и к нам придут. И что дальше? Куда нам деваться? То есть мы абсолютно незащищенные, мы подвешенные. Мы не знаем вообще, что дальше делать, куда двигаться. Мы предлагали поправки, потому что постановление 442-е республиканское, да, там вообще большинство наших торговых
помещений не попадает под МТО, потому что там четко написано МТО до 30 квадратных метров. А у нас есть 50, 70, у нас есть 700 квадратных метров. Мы кто? А что вот сейчас с предпринимателями, у которых уже договор аренды вышел в срок действия? Что они делают? Ничего. Мы продолжаем платить арендную плату. То есть мы платим за землю, как положено. Но мы не расторгаем договор, и администрация не присылает нам в одностороннем порядке расторжение договора. Но хочу, можно минуточку добавить, то, что когда у нас накануне людей заканчивались договоры аренды, люди, как положено, за месяц до этого шли в горосполком, подавали заявление на продление договора аренды, но, к сожалению, исполком нам отвечал, что нет регламента в данный момент, и это начинается с 15 года. Понимаете, нет, с 14 года, не было никакого регламента, хотя были договора, которые были заключены. То есть какое сейчас время, если вы понимаете, прямое нарушение со всех сторон закона, мы не знаем, где вам обратиться на самом деле. Сергей Валерьевич в курсе этой ситуации, мы были у него на приеме, он поручил Павлу Дардовичу Королеву, значит, заниматься нашей ситуацией. И Павел Дардович, значит, как приехал на собрание, на самом деле, когда Сергей Валерьевич заявил, что говорит нам, Бахтуненко, говорит, что здесь 10 проблемных предпринимателей, тогда же в зал нашел Павел Дардович Королев, он был просто нашел вопрос. Зал был полон, там было 300 человек, может и больше. Вот видите, что за 30 минут собралось. Если бы мы сейчас всех оповестились, если бы не было бы войти в этом зале. У нас проблема огромная, помогите нам, пожалуйста, потому что, сами понимаете, Была создана рабочая группа, хочу немножко пояснить, да? И в рамках рабочей группы наши юристы предложили действующие, не противоречащие законодательству поправки, которые будут в положение внесены республиканское и в наше российское, которые будут разрабатывать, соответственно, это и регламент, и абсолютно можно узаконить. И Министерство промышленности, более того, просмотрев, она подтвердила то, что да, это реально. Но в окрецовке промышленность у нас 2-3 месяца с этой рабочей группой, это нужно время. Митинги мы собирались уже проводить. Они сказали, извините, приехал Бахтуненко, нас министерство не поддержало. Давайте жить как прежде. А вы у него ответственность попросили, он письменно? Мы затребовали, да, дайте письменный ответ министерства. Хорошо, я позже предоставлю. Да, на самом деле никакого не было ответа письменного, это все было в устной форме. Было задание просто оттянуть время, чтобы здесь в Ядрусе не было прецедента с предпринимателями, а он назревал очень серьезно. Поэтому еще одно важное дополнение. Посмотрите. Каждый год, под Новый год, нам нужно пролонгировать договора с электроснабжающими организациями РЭС. РЭС в этом году очень тяжело продлил нам договора опять на год, потому что должны быть документы. В администрацию нас вызывают и говорят, или вы подписываете вот эти бумаги регламентные, в которых первым пунктом идет «я добровольно отказываюсь от аренды земли, прошу расторгнуть». И также ряд статей, где указывается приоритетное право администрации на расторжение наших договоров без объяснения причин. Вот. Нам дают эти документы и говорят, если вы не подпишете, 31 декабря мы вам отключаем свет. Да. Подписывайте. Сначала вы подпишете, а потом пойдете, сначала мы вам свет отключим, потом пойдете на аукцион. Вот такая интересная дело. Просто уже надоело, и вот это длится 6 лет. Если перед этим РЭС еще более-менее мы предоставляли справки о том, что договора находятся на переоформлении, и РЭС их принимал. В этот раз начальник нашего РЭС сказал, мне мое начальство запрещает принимать эти справки. Все, я вас отключаю. Хотя прокуратура дала разъяснение. Он говорит, что они... На сегодняшний день договора считаются действительными. Почему они не считаются расторгнутыми? По ним платится аренда, они считаются действительно, они не имеют права по разъяснению прокуратуры. Они считаются действительно, но для РЭС нужно документальное основание российского образца. Он говорит, я не могу снабжать электроэнергией пустое место. В этом году проблема решилась уже ближе к Новому году, по-моему, или 28-го какого-то числа. Мы поехали в Симферополь, совет министров, попали как раз, был день российского конституции, попали в этот день, когда был открытый прием. И вот мы подали заявление. Спасибо огромное, Сергей Валерьевич с ним ознакомился и нам отключился Я по поводу взаимоотношений с РЭСом и других там взаимоотношений, я как юрист представлял интерес на рабочей группе интерес предпринимателей. Вот, я могу пояснить следующее. Значит, по взаимоотношениям с РЭСом. По регламентам, которые предусмотрены самим РЭСом, да,
Значит, для того, чтобы подключить объект к электроснабжению или продлить договор, у них в регламенте написано, что должен быть предоставлен документ, дающий право на подключение энергопотребляющих устройств к сетям. И там перечислено договор аренды, договор пользования или иные документы, подтверждающие право подключения. РЭС категорически не хочет рассматривать иные документы. Почему? Потому что на самом деле такого документа, как такового, он существует один, в единственном виде. Называется он «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования». Потому что в соответствии с статьей 39-36 Земельного кодекса и со статьей 10 закона о регулировании торговой деятельности на территории Российской Федерации, там сказано, что размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании схемы, утвержденной уполномоченным органом. Соответственно, никакие иные договора не являются правоустанавливающими документами. И требования РЭСа предоставить им договор на размещение, либо договор на аренду земельного участка, не являются законными по основаниям, которые я только что сказал. То есть основанием для размещения объекта является утвержденная схема. Дальше взаимодействие администрации и предпринимателя на основании договора на размещение – это те права, на основании которых администрация и индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность на этом месте. Но право на это место им дает утвержденная схема. РЭС не хочет принимать это. Еще момент. То есть на сегодняшний день, когда мы говорили в администрации, хорошо, мы не можем пока изменить там некоторые пункты 402-го постановления, куда мы подаем свои предложения, которые рассмотрели или не рассмотрели наши предложения, мы так до сих пор не знаем. Со слов администрации их вроде бы как рассмотрели и отказали. Хотя письменного подтверждения мы этому не видели. С точки зрения размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, которые были предоставлены в аренду, и срок действия которых еще достаточно большой, по которым администрация говорит, все, расторгаем эти договора по вашему заявлению и только договора на размещение. Ничего подобного. В законодательстве четко сказано, что без предоставления земельного участка размещение нестационарного торгового объекта производится на землях за исключением земель, предоставленных. Предоставленные земли – это те, которые по договорам, которые либо срок их действия не истек, либо договора, срок действия которых является возобновленный на неопределенный срок в связи с тем, что предприниматель продолжает использовать земельный участок, а администрация не была против такого продления. Но они каждый раз нам говорят, нет, у вас же закончились договора. Внимание, вопрос. Тогда на каком основании вы принимаете арендную плату? Почему в судебном порядке, либо в претензионном порядке вы не написали предпринимателю, что в течение 3 месяца в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса вы уведомлены о том, что договор расторгается в одностороннем порядке, через 3 месяца будьте добры освободить. А прецеденты были, когда предприниматель переходил на договор размещения, его администрация... Да. То есть вот это самая главная тревога, да? Что переходя на договор размещения... А кто потом, вот, например, убрали предпринимателя, кого-то ставили на это место? Да. Она тут же выставлялась на аукцион, это место. Самое вот. И фактически они выставляют на аукцион действующий объект. Понимаете, что? Не надо за пакетами с аукциона. Самое страшное положение. Самое страшное положение. Сейчас, подожди, я закончу. Самое страшное положение, что у нас существует целый ряд объектов, которые, будем говорить, не единичные объекты, а это целые ряды. И вот мы где стоим, мы получили в 2002 году реконструкцию. Реконструкцию получили на строительство торгового комплекса.
И вот мы стоим, и у нас стоят ларьки. У одного договор до 55 года, у меня закончился в 14 году. Рядом стоит до 55 года, у следующего закончился. И так у 10 через одного. И самое страшное, что сейчас мне не дают. Ну и получилось так, что жена умерла, хотя договор это, ну, закончил действовать, она жила. Сейчас его не переоформляют. И существующий, сформированный участок, существующий объект работы и все. Теперь предлагается что? Его разрушить, снести и выставить на аукцион. Причем общего решения о том, что этим 400 объектов, нет решения, что они не нужны, что их надо снести. Плюс снести, ваш объект находится в общем комплексе. В общем комплексе. Абсолютно. Снести одно помещение, не затронув остальные, невозможно. При этом у каждого из нас есть договора нотариальной купли-продажи о покупке вот этой конструкции. То есть, понимая, получая извещение о том, что я должна освободить это место, а стены общие, я не могу забрать свою собственность, не разрушив остальные рядом стоящие. Вообще ее забрать не могу. То есть их невозможно разобрать. Это можно оценивать как единое целое. После этого, это уже не первая ситуация, при которой сталкиваются предприниматели. Вот в этих положениях о размещении НТО есть пункт о невозможности правопреемничества. А случаи были. У нас один предприниматель, жена от рака умерла, он остался один с двумя детьми. И ему не переоформляют никакие документы, а говорят на аукцион. А аукцион кто выигрывает? Речь идет о том, что у людей по документам всю жизнь был капитальный объект. Есть договор земли, это уже не НТО. Это уже не НТО, это уже капитальный объект. А их заставляют все снести и сделать НТО, потому что, видите ли, в положении не прописано. Так внесите изменения в положение, как мы и предлагали. Скажите, пожалуйста, у меня вот напрашивается вопрос. Кто является автором договора именно на размещение? Кто? Он есть типовой или они сами его? Мы сказали. Смотрите, в каждом муниципальном образовании согласно законодательству разрабатывает свое постановление о размещении нестационарных торговых объектов. Общие положения прописаны в 402-м постановлении Совета министров Республики Крым. В том числе в 402-м постановлении Республики Крым есть такое, что предусмотреть в договорах на размещение нестационарных торговых объектов односторонний отказ от исполнения договора, да, или одностороннее расторжение договора по таким-то основаниям. И запретить передачу в аренду, совместной деятельности, иные основания передачи прав на объект. Это первое. Второе. При разработке постановления и все предыдущие редакции постановления Феодосийского, да, на размещение стационарных торговых объектов, всегда предприниматели акцентировали вопрос на том, что в соответствии, опять же, с законом о торговой деятельности, все объекты, которые существовали до утверждения схемы размещения НДО, должны быть внесены в эту схему, если они существовали на законных основаниях. Все объекты, которые были созданы и эксплуатировались при Украине, все были поставлены на законных основаниях, потому что у всех у них были договора аренды и у всех у них были паспорта временных объектов. Разные паспорта с разными характеристиками, но все эти объекты были установлены на законных основаниях. На сегодняшний день ни одно постановление не содержит такой информации, как требования к
нестационарным торговым объектам не распространяются на объекты, которые были введены в эксплуатацию до утверждения схемы размещения ТТО. Ни один документ не содержит. То есть на сегодняшний день совершенно на законных основаниях, на основании своего постановления, администрация города подходит к объекту, который площадью 31 квадратный метр, выписывает уведомление о сносе в связи с нарушением, ну не 31, 34. То есть 10% допускается от общей площади расхождения. На сегодняшний день предельный размер 30 метров. Если у вас 34 метра, то вы не проходите по требованиям постановления администрации города Феодосии. И вас на этом основании, потому что там написано, что односторонний отказ от расторжения договора в случае, если нестационарный торговый объект больше, чем на 10% увеличит площадь. То есть на сегодняшний день из тех объектов, которые существовали до 2014 года в городе Феодосии, ну, процентов 70 можно вот на законных основаниях взять и снести. Если они получат, то к этому я хочу еще одно сказать. Когда разрабатывалось еще в, ну, будем так, в России именно постановление о размещении нестационарных торговых объектов, в первую очередь подразумевалось, что этот нестационарный торговый объект является муниципальной собственностью. Поэтому там и прописано о том, что нельзя его передавать по наследству, передавать третьим лицам. Но почему-то в Крыму забывают, что практически все эти объекты являются нашей собственностью, а не собственностью муниципалитета. И тем не менее нам запрещают действовать и работать по закону, по всему. Как так? Давно говорилось уже и у Сергея Валерьевича о том, что но немножко отличается деятельность Крыма от России. Но мы пришли сюда с другими документами. Но есть и 6-й ФКЗ, который четко говорит о том, что все документы, которые были выданы в Украине, действительны, и, соответственно, все должно быть подтверждено. И все права. Почему, имея договора аренды земли, мы пришли о том, что подавали заявление о том, что, пожалуйста, мы готовы заменить их нам на российскому законодательству. Нам при этом говорят нет. На что получается? Президент Российской Федерации говорит одно, а на деле получается совершенно другое. И распоряжаются, по сути, нашей собственностью. Я не имею в виду землю, я имею в виду наши объекты. Запрет сдавать в аренду. Скажите мне, пожалуйста, каким законом запрещено мне мой павильон сдать в аренду? Мало ли какие у меня обстоятельства сложились. Может, я не могу сейчас в данный момент заниматься. Нельзя, хотя есть Менять вид деятельности. То есть, если ты торгуешь, подойди трусами на стане, и у тебя торговля не пошла, ты не имеешь права завтра заменить их на блузки и юбки. Без разрешения той же администрации. А что, можно российские... Нет, так вот мы говорим. Вы понимаете, что вот это постановление 13-13, которое основывается на постановлении 402 и не внесли в него поправки, по сути дела, делает предпринимателям крепостными лицами. Просто-напросто. Которые не могут сделать ни шаг влево, ни шаг, каким образом развивать бизнес. Каким образом развиваться в дальнейшем? Нам все кричат, что они у нас страшно некрасивы. Мы готовы сделать реконструкцию, привести их там в единый архитектур. Но у нас нет гарантии о том, что мы это сделаем, вложим деньги опять дополнительные. И нам завтра скажут до свидания. 9 пунктов раздражения. Я уже не говорю о том, что... Я сама лично ездила по 3 городам Крыма с этой проблемой. Я привозила нашему мэру образцы договоров других городов, на что он сказал, вот это вот не авторитет, у нас есть свой договор. Поэтому все поправки, которые 9 пунктов не в нашу сторону, мэру удобно, он даже не хочет рассматривать другие какие-то проблемы. Я ему лично ходила на прием, мы ходили с предпринимателями, и это обращение наше принято тоже не было. Прокуратура была... Прокуратура, кстати, когда мы вот сейчас вам сказали, что заявление, которое мы
относили в прокуратуру, исполком не принимал, а круги написанное только в том предложении, в том виде, который они предлагают, что я добровольно отказываюсь и сдаю оригиналы украинских документов, обращались в прокуратуру, и прокуратура не нашла ничего противозаконного в этом. Хотя есть законы международного уровня, что не имеет одно государство изымать документы другого государства. Но наша прокуратура тоже никак не отреагировала, и противозаконного она ничего не нашла. Можно я скажу? Мы еще написали, что это заявление является предлагаемой формой или обязательной формой. Прокуратура сказала, противозаконного ничего нет. Давай, а вы сегодня говорили на приеме у главы. Что у вас? Нет, давайте сначала, когда мы были на приеме у Королева Павла Эдуардовича, когда мы ему сказали, что 112-е положение просто уничтожает средний и мелкий бизнес в Феодосии, он нам ответил, говорит, вот сейчас у меня на столе лежит документ от вашей феодосийской прокуратуры, в котором я вижу, что найдена коррупционная составляющая в 112-м положении. Но тем не менее, я говорю, что никто ее не меняет, потому что не может изменить 402-й, на основании которого наше постановление было составлено. Вот смотрите, я немножко обобщу. Получается, у нас же была целая рабочая группа создана при администрации, при депутатах, юристы это все составляло дело. Согласованы были эти все поправки, нами внесенные этой рабочей группой, совместно с администрацией, Минпромом. Вопросов на тот момент, насколько я помню, не было ни Минпрома, и у администрации сказали, да, хорошо, это все в соответствии с законом. Подано это все для изменения. Нам говорил Кирилл Королев и Аксенов на встрече, говорит, вы будете у нас первым регионом Феодосии, на ком мы будем это обсуждать. Потому что проблемы существуют по Крыму, вы будете первым, вы такие молодцы, сплотились, рабочую группу создали, давайте, найти вам все божьи руки, так говорится, обкатывайте. У нас есть на данный момент сегодня сейчас все эти наши предложения, которые были по сути просто отклонены. Какая цель? Нам все-таки цель, которая объединяет всех, по сути, предпринимателей в этих предложениях. Необходимо их внести, эти предложения, в изменение, вернее, в постановление 412 республиканское и в постановление на местах. И тогда это в общем, не все вопросы, но решит большинство предпринимателей. То есть вопрос в этом, эти предложения я вам скину потом. Да, дело в том, что на последнем совещании, Павел Георгиевич, 25 марта, и Павел Эдуардович начал с того, что сказал, говорит, я сейчас вышел из кабинета Сергея Валерьевича Аксенова, и он сказал, 402 положение мы меняем. Говорит, и учитываем ваши, говорит, рекомендации, которые вы нам в течение суток предоставили, для того, чтобы мы им передали в Минпром. Сергей Николаевич, наш юрист, быстро все это сделал, организовал, составил нам все обратно, но, к сожалению, ничего такого не подействовало. Вопрос в одном, да, эти поправки, чтобы были учтены. Они соответствуют закону. И самое, что обидно, вот кто не брался за наше дело, все обещают помочь, но нам никто не может помочь. Никто. Вроде бы Королёв уже хотел, вот, да, раз такое получилось. Они там другие депутаты приезжают, все обещают, время идет. Вот время идет и все. Сейчас закончится переходный период. Теперь нам говорят, Бахтыненко последний раз сказал, срочно до 1 сентября вы должны написать заявление, за которое мы боролись, ругались, мы не будем писать. Обратно же, я расторгаю добровольно аренду земли и на заключение НТО срочно до 1 сентября. Хотя люди, которые предприниматели до нас пошли на вот это согласие в связи с тем, что им отключали свет. Потом даже наша прокуратура выявила, что неправильно были договора эти заключены, и их хотели снести. Благодаря тому, что вот поднялся бунт, им оставили, просто написали, что они коррупционные, потому что по российскому законодательству, если предприниматель, арендатор, добровольно отказывается от аренды земли, он машинально попадает на аукцион, там вообще без разборки. И наш чистый участок земли. Все. Правильно, прокуратура потом выявила, как и так, предприниматель отказался, а вы ему дали просто так. А у людей истерика была, у людей истерика были. Приостановили им, как бы сейчас все это.
Ну, кстати, последнее представление прокуратуры по поводу замечаний по 402 постановлению, я вчера с ним ознакомился, да, по просьбе нам администрация передала это представление прокуратуры. По одному из пунктов, в котором администрация по нашему настоянию все-таки внесла, что договора на размещение стационарных торговых объектов могут заключить без аукциона все те, кто был на законном основании размещен, то есть у кого были договора аренды заключены до марта 14-го, ну, то есть украинские договора были размещены на аренду земли, да. Вот, прокуратура сказала, что нет, все, у кого договора аренды закончились, не имеют права. А первоочередное право? А первоочередное право, понимаете? Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что, опять же, прокуратура почему-то рассуждает с точки зрения предоставления земельного участка. Хотя везде написано в законодательстве, что если мы идем на размещение НТО, то это без предоставления земельного участка. Соответственно, объект вносится в схему, и это является основанием для заключения договора. А так как объект был создан до 1 марта 2015 года, когда вступили поправки, да, в законодательство, без предоставления земельного участка, то, соответственно, все объекты, которые до 1 марта 2015 года на законных основаниях были установлены, все эти предприниматели, с ними, со всеми, на безаукционной основе должны быть заключены договора. Однако прокуратура тоже нам палки в колеса вставляет, говорит, нет, это незаконно. Как же незаконно, если объекты в схеме находятся? Раз он находится в схеме, значит, он там находится на законных основаниях. А если он находится на законных основаниях, то почему вы не заключаете с предпринимателем договор? Потому что это наводит на один вывод, что наша администрация с прокуратурой в одной упряжке. Да. Другого я не нахожу. Цель передела имущества. Ваши объекты в схеме находятся как нестационарные торговые объекты, да. Потому что я слышу, что они туда попали, вопрос. Есть капитальные. Ну, это капитальные торговые. Я вам говорю, это торговый ряд, где находятся вот с общими стенами несколько, ну, будем так, как бы, помещений. При Украине, каким образом, я не могу на это ответить. Но вот этот, считай, от первый, допустим, капитальный. Рядом почему-то не стационар. Потом опять капитальный. У этого договор аренды земли до 53-го года, потому что он умудрился получить каким-то образом свидетельство о собственности. А рядом уже закончился. Но все это какая-то российская аренда. И Сергей Валерьевич четко сказал, когда мы были на встрече, привести все к единому образцу, ни в коем случае не делать хуже предпринимателю, к тому документу, который лучше считается на этом ряду. Лучше считается договор аренды до 53-го года. Тем не менее, ничего себе. Сколько прошло времени с того, как вам это пообещали? Полгода. С января, в январе месяце. Это было в январе на встрече. На встрече. Вы, Сергей Николаевич, да, я присутствовал на этой встрече. Мы принесли свои предложения, рассказали ситуацию. Привезли документы, показали, что у нас вот один ряд с множеством договоров. Вот. И тогда же прям Сергей Валерьевич на этой встрече поставил задачу разобраться с этим вопросом в главе администрации, там, где имеется несколько договоров, привести к одному наиболее благоприятному для предпринимателя. У нас была создана, когда была создана рабочая группа, из числа предпринимателей и администрации было избрано несколько человек. Все предприниматели, у кого вот такие объекты, достаточно спорные, все принесли документы, и мы на комиссии эти документы разбирали. То есть у администрации на момент январь-февраль, максимум там, до середины февраля этого года, была полная информация по всем объектам, находящимся, у кого какие договора, какие документы, все это собрано было в папке, и все это находится в администрации. До сегодняшнего дня... У них есть все. Однако ни один вопрос ни по одному объекту на сегодняшний день не решен. Вообще. Более того, ставится четко. НТО и все.
То есть никто не разбирается на самом деле, там, есть там документы, на, позволяющие признать данный объект капитальным, нет там документов, да? То есть в эту тему даже никто не пытается вникать. То есть все объекты назвали НТО и все. И до свидания. А на последней встрече конкретно был поставлен срок 1 сентября. Да. Когда у нас есть... С кем мы будем общаться, контактное лицо? Через Максима или через кого? Да. Учитывая, что наша встреча действительно получилась, вы видите, спонтанная. Да? Спонтанная, то есть не готова. Тогда, Максим, у тебя есть все, да, документы? Да, и 102-е, 113-е, предложение. Чтобы были все наработки, да. И необходимо добиваться, чтобы... Еще один немаловажный вопрос, я вот, можно еще? Дело в том, что договора аренды земли подразумевали арендную плату. Городской совет Феодосии утвердил ставки арендной платы за землю, исходя уже из принятой кадастровой стоимости, то есть в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть с января, по-моему, в январе, да, мы все принимали? Да. С января месяца у нас действуют уже те ставки, которые утверждены горсоветом. Значит, на сегодняшний день ставка арендной платы, ну плюс-минус, там, в зависимости от места, от этого самого, составляет примерно там 200 рублей. За квадратный метр. Да. На сегодняшний день одним из самых серьезных вопросов у нас было, почему методика расчета платы за размещение НТО в 15 раз, заметьте, в 15 раз отличается от арендной платы земли. Мы выставили свои предложения. Я обосновал это с точки зрения законодательства Российской Федерации о том, что размещение должно быть соответствовать арендной плате земли, потому что раз мы используем земельный участок, то, соответственно, плата за этот земельный участок должна соответствовать арендной плате земли. На что нам администрация заявила? Нет, мы будем исходить из кадастровой стоимости квадратного метра, не той, которую горсовет установил, а просто из кадастра. А кадастровая у нас 3000 за квадратный метр для предпринимательства. Так, между прочим, да? То есть 200 рублей и 3000 рублей за квадратный метр. И получается, что на сегодняшний день предприниматель, у которого выручка аж максимум там 3000 в день, у него арендная плата 50 тысяч. Ну, и арендная плата за размещение НТО. Ну, я беру там маленький объект, да? У него арендная плата превышает, ему надо оплатить там работников, налоги заплатить, все это, да? И огромные суммы. Он выкладывает огромную сумму, и эта же стоимость является стартовой ценой аукциона. То есть стартовая цена аукциона у нас начинается от 50 тысяч. Вот. Мы дали эти предложения. Мы на рабочей встрече категорически против были той методики, которая. Однако администрация сделала хитреца. Они сказали, мы вам уменьшим. И поставили вместо 3000 1500. Да. Что в 7,5 раз превышает арендную плату? Но это не значит, что они не повысят ее. Они поставили понижающий коэффициент 5%. А если они его уберут? Вот сегодня он есть. Да, а завтра его может не быть. То есть они оставили ставку ту же самую, 3000. Они просто понижающий коэффициент поставили. Причем и методику мы тоже разработали свое предложение. Да, у главы была администрация озвучена, предложение разработали. Хотя она у них есть, по сути, эта методика, но они ее даже не давали нам, они просто ее не предоставляли депутатам. И мы им просто принесли готовый расчет, вот он. Они не хотят, они не принимают это. Просто еще знаете, как получается? У нас три вида НТО, будем так говорить, которые есть аукционы, летние. У них должна быть другая методика, как бы, расчета. У них есть, которые круглогодичные, долгосрочные. Мы вообще не соответствуем с ними. Да, летом вот выставляются палатки, все. У них должна быть другая методика расчета. Они нас всех под одну гребенку, понимаете? Поэтому будет получать разногласие. Он говорит, ну как это так? Они вот будут так платить, а вы там. Ну у них лет, у них хорошее место. Вот, например, вот сидят, я палатку здесь поставлю. Нет, это в этом году у нас так плохо, будем говорить, что вот с коронавирусом вот это все, вот торговлю. Или взять НТО, который находится на карантине. Или в камышах. Или в камышах. И вот представьте, он здесь за сезон заработает
то, что он даже не зарабатывает заработок. Но надо же методику немножко смотреть, где как раз... Да, мы просили сезонный... экономическое обоснование методики расчета, нам его так и не представили. Дифференцировать по зонам. То есть мы просили администрацию, дайте, пожалуйста, экономическое обоснование тем ставкам, которые, и коэффициентам, которые вы собираетесь применить вот этой новой методике расчета. На что мы сказали, нам сказали, вот написано, что исходя из кадастровой стоимости, мы и делаем исходя из кадастровой стоимости. То есть экономического обоснования нет никакого. Вот в отличие от постановления Госсовета, в котором есть экономическое обоснование. Давайте сейчас этой встречи, наверное, подытожим то, что есть обращение с подписями сейчас на сегодняшний момент. Да. Либо его нет. Оно без шапки. Сейчас его нужно. Мы в... Тогда позже отправляет завтра, да? Письмо с уведомлением. Давайте вот мы, смотрите, здесь не в шапке, здесь мы можем дать. Это шерстяк, но там... Это ксерокопия. Она с подписями сейчас на сегодняшний момент. Да. Тогда каким образом? Оформляем тогда это обращение, да? Мы, наверное, тогда вам заплатим. Направляем тогда, да, Сергей Васильевич, вам с подписями. Да. Ну, для начала вам нужно еще от вашей местной администрации получить ответ, почему ваше предложение... Они дадут это собственно. Они нам даже не предоставили ответы от прокуратуры. Мы попросили, на рабочую группу пришел ответ из Министерства промышленности, из прокуратуры. Он зачитал бегло. И мы попросили, дайте мы почитаем. Нам отказали, нам не дали. Нам ничего письменно не дают, поэтому мы ничего не просить не будем, это бесполезно. Поэтому вы должны понимать, что они нам ничего не дают. Вам из администрации было направлено, значит, я вас просто ознакомлю. Вот вы задвигаете по документу прокуратуры, может ли к вам дадут? И еще, вот последняя встреча, когда нам в Тюмени все это огласил, я ему сказала, Сергей Николаевич, вот то, что вы сейчас нам сказали, дайте нам, пожалуйста, письменный вид. Юлия Николаевна сказала, напишите заявление по регламенту, мы вам дадим ответ. А по регламенту прошу вас распугнуть аренду земли. Нормально? Вот, я... могу предоставить. Это, кстати, счет администрации, очередная вода. Вот один из них я получил. В соответствии с пунктом вам необходимо обратиться в отдел по вопросам торговли, если вы хотите, вот, для подачи заявления о возможности размещения НТО. И все. Их обманули. Да, и старше это под дома не дают так. Или вот, просто дают ответы вообще там, не по сути вопроса. Не по сути, тут ничего нет. Вот это их ответ. Нет, мы получим ответ, потому что не представляется возможным. Ну, или либо, либо какой-то уклончивый ответ. Да, вот среди нас есть такие. Но мы потеряем еще месяц. Еще месяц, да. Если это будет, допустим, ваш запрос, значит, чтобы вкратце вы поняли работу нашей администрации, я хочу заострить внимание на том, есть нормативная база, есть регламенты, разработанные той же администрацией. В регламентах четко указано, какие исчерпывающие перечень документов, какие сроки подаются и какие сроки должен быть дан ответ. Либо положительный, либо отрицательный. В регламенте тоже это все сказано. Вот. Значит, я подавал заявления согласно регламентам, как только они появились с 2015 года. Значит, на сегодняшний день я не получил ни одного ответа. Это раз. Второе. Значит, было... значит, проведено 6 судебных арбитражей. Значит, было признано бездействие администрации города Феодосии в арбитражном суде. И второй пункт, рассмотреть, суд обязал заявление предпринимателя такого-то, такого-то. На сегодняшний день решение суда так и не выполнено. О чем дальше можно говорить? Какой ответ вы просите, чтобы мы получили от администрации? Если она просто бездействует. Они саботируют все, кроме своих интересов. Есть у меня запросы в прокуратуру, есть ответы в прокуратуре, что администрация бездействует, не посещает заседание арбитражного суда, перечислены заседания арбитражного суда, даты.
было выписано предписание администрации объяснить свою позицию. Администрация дала на прокуратуру ответ, что данный работник сейчас уволен. О чем дальше говорить? Вот я человек военный в прошлом. Я ездил, был в инициативной группе, да? Мы беседовали и докладывали Сергею Валерьевичу положение. Сергей Валерьевич сказал разобраться. Я так понимаю, что либо это позиция Симферополя, либо администрация города, ну, просто во внимание не берет указания руководителя. Или дает ложные какие-то не ту информацию, которая есть на самом деле. В принципе, смотрите, ну, ситуация, я за этот час как бы в нике, но если, давайте тогда через Максима, да, ведем сейчас всю переписку движения, и мы буквально с завтрашнего дня, ты там мне в электронном, как это, и мы начинаем. Коллективное обращение от инициативной группы на имя депутата, а депутат сделает обращение со своим. Если будет возможность, я выйду на главу и просто скажу, что вы встречались, в январе, да, была встреча? Я извиняюсь. 102-е и 112-е постановление. Я извиняюсь, вы как депутат, у меня просьба, сделайте депутатский запрос на основании какого законодательства и какого положения 7-й год России, а предприниматели живут с украинскими договорами, которые не могут переоформить. Это вопрос, я считаю, положительный, политический. Судебный порядок. Тогда что? Судебный вопрос, да? Спасибо. Давайте я надеюсь на вас. Пишите это. Спасибо вам. Что вы сказали? По поводу рядов социальных сетях, писать, что происходит. Спасибо. Это уже красная посылка. Не, я вообще просто, если что. Красная, как хорошо.